Здравствуйте, друзья. Вот думаете, что за чебурашка такой? Вот это. А это не совсем чебурашка, это камера GoPro, то есть GoPro-шка, которую мы лишили, значит, кожуха, вот, который крепится там, для езды в машине. Я с нее снял защитную линзу, чтобы оставить оригинальный размер. И вот она так вот выглядит. А давайте мы сейчас с вами посмотрим, как на сильном ветру все это помогает избавиться от ветра. А может, и не помогает. Вот такой тестирующий сюжет. Ну что, друзья, вот я пользуюсь впервые камерой GoPro, которая одета в такой поролоновый чехольчик. Я по совету наших зрителей приобрел чехольчик. Но вот мы посмотрим на результат. Будете ли вы слышать ветер или только мой голос, или вообще ничего не будете ни слышать, ни видеть. Вот, Света, первая проба чехольчика. Нет, нет, не холодно. Так, Свет, сними меня, как я красиво выгляжу. А куда снимать-то? Тут ничего не вижу. Просто и все. Да, вот я снимаю, как Миша красиво выглядит, но ничего при этом не вижу сама. Да, слушай, камера в чехольчике. Это GoPro. В поролоновом чехольчике. У нее чехольчик, чтобы здесь ветер всегда. И да, очень защита, это называется. Как? Да, вот да. Как у тебя, ветрозащита. Да. Вот здесь тоже чехольчик. Да. У меня тоже такая есть, только маленькая. Да, да, хорошо. А если индивидуальный. Ну что, друзья, тут такое место ветреное. Вот этот собачий пляж задувает, как я не знаю что. Это то место, где мы действительно проведем тест нашей поролоновой штучки. Как она защищает от ветра, снимает шумы и так далее. Если бы вы видели камеру GoPro в этом чехле, вы бы никогда в жизни не подумали, что это камера GoPro. Но это именно она. И это именно я с вами на канале «Голос Силиконовой долины».